Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Світлана Князєва. Глядіть у гэтым випуску. Адресні субсидії на жилье. Спеціалісти розтлумачили, як буде працювати новий механізм. Не розмовляйте з незнайомцями. У регіоні почастіліся випадки махлярства у відносинах до пожилих людей. Зона ризики – гіпертонія. Гамельчанам пропонують виміряти артеріальний тиск. Уступная кампания набирает обороты. Завтра распочинается прием документов у ВНУ. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Белорусские банки выделили на адресное субсидирование жилья 135 миллионов рублей. Праз месяц уступая у силу указ номер 240 об держпотримце громадян при будовництве жилых помешканий. Згодно документу, у льготных категорий громадян есть махшимость отримать субсидию. Гроши выделили Беларусьбанк и Белагропромбанк. Остатние повинны долучиться до работы по новой программе у будущем. Что до принципу, по яким будет денежать адресное субсидирование, то он наступный. При наближении шарги на жилье льготнику приходит оповещение. Коли он сгодный удельничать у программе, пишет заяву и заключает договор об кредитовании. Период кредитования не больше, как 20 годов. Далее громадянин берет кредит у банку под коммерцийный процент, а выконкам вызначает помер субсидии, в зависимости от ставки рефинансования. Зараз формируется перелик объектов, будовництва яких будет финансоваться с притягнением адресных субсидий. Размова про коммерцийных забудовщиков покуль не идем. Это будут те же многодетные семьи, о которых мы говорим, это будут семьи, воспитывающие детей-инвалидов, это семьи, которые сегодня живут в ветхом жилье. Это внесли сейчас категорию воинов-интернационалистов, они у нас не были сегодня в этой категории. И другие, там, кто живет в социальном жилье, и, например, у них закончился срок проживания, значит, они будут иметь право на внеочередное получение вот этих вот, вот этой вот государственной поддержки. Держпотрымка будет распаўсюджвацца и на погашение частки основного долгу. Для семьи, у якія выховывают троих детей, она складе не 75, как зараз, а 95%. Для детей-сирот 35%. Люди сталого возраста все частей становятся ахвярами махляров. У Гомельской области у первом полугодии 2017-го зафиксованы 84 выпадки махлярства у относительных до пожилых. За аналогичный период минулого года было амаль удвоя меньше – 43. Об этом сегодня поведомили подчас брифингу супрацовники управления внутренних справ Гомельского облвыканкама. При этом отзначили, больше стало не махляров, а миновито потерпелых. Так предпринимальный гомельшанин пропоновал одиноким старым усталявать системы для очистки водопроводной воды. Заключали договор, зразумела гроши наперед. Отримавши плату, злочинца зникал. У милицию звернулися каля 30 потерпелых. Як минимум 13 человека шукала гамельчанка, якая под видом меду продавала цукровый сироп. Так само злочинцы могут пропоновать и установку в окна у ПВХ, ти дзвярей по вельми привабных ценах. Одиноким старым вельми часто не хапае суразмоўцы, и гэтым так само корыстаются махляры. Створивши атмосферу доверу, яны позычают гроши и, вядома ж, зникают. Милиционеры подкресливают, что ахвярами злочинцы выбирают одиноких старых. Гэтай часы насельніцтва надают особливую увагу и правоохоўники, и социальные службы. До профилактичных мероприемств долучились так само супрацовники отделения поштовой сувязи и банков, якія часто контактуют со старыми. Однако головная увага с боку родных. Частей телефонуйте и наведывайте своих бабуль, дядуль и батьков. Со старым супрацовники милиции раят быть пильными, не доверять незнаёмым и не соромиться телефоновать у милицию. Ни в коем случае при попытках предложить услуги по довольно-таки заниженным ценам не надо реагировать и идти на поводу наших мошенников, отдавать сразу деньги без проверки их личности, без уведомления родственников, без уведомления участкового инспектора милиции. Всегда надо иметь при себе копии документов, которые оставляет данное лицо. И в первую очередь сообщать всем своим родным и близким, что вас кто-то посетил. Вымирать тиски, отримать консультацию врача можно будет у гандлевых объектах Гомеля. Информационно-адукационная акция по профилактике хвороб системы кровозвороту пройдет у Гомеля 12, 19, 26 липня. Организаторами выступают городский центр гигиены и эпидемиологии и центральная городская поликлиника. Местами для проведения обраны буйные гандлевые объекты, а так само открытое акционерное товариство «Гомсельмаш». Все желающие смогут доведаться про свой артериальный тиск.
ціск, атрымаць парады па работе з танометрам. Акрамя таго, терапевты проконсультуюць па пытаннях, што тычацца хвароб сістэмы кровазвароту. При неабходнасці выпішуць рецепт на лекі. Пададзеных спецыялістаў прыкладна кожны пяты гамельчанін мае хваробы сістэмы кровазвароту. З іх каля 30% характарызуецца павышаным кравяным ціскам. Wi-Fi з'явіўся на чыгуначных вакзалах. Беларуская чыгунка сумесна з мабільнымі тэлесістэмамі з 10 ліпеня ў тэставым рэжыме арганізавала бясплатны доступ у інтэрнэт на вакзалах краіны. У нашым рэгіёне хот-споты з'явіліся ў залах чакання і холах на вакзалах у Гомелі, Жлобіне, Калінкавічах. Запуск паслугі Wi-Fi на ўсіх вакзалах беларускай чыгункі ў камерцыйную эксплуатацыю плануецца з 25 ліпеня. На Гомельшине подвели выники проведения централизованного тестирования. Для сдачи экзаменационного выпробования у регионе сёлета зарегистрировалось прикладно 43,5 тысячи человек. Это амаль на 4 тысячи больше, чем летось. Найбольшей массовостью отзначились испыты по русской мове, математике, физике и биологии. Выдача сертификатов распочалась на передодне. 18 человек у Гомельской области отримали 0 баллов. Большасть из них по математике. С тестированием по гэтым предмете не справились 14 человек. Лик стубальника у Гомельской области штогод застается на одном узровне, каля 30 человек. Большасць выдатнікаў атрымалі максімальную адзнаку па рускай мове. Прыёмныя камісіі ВНО пачнуць працаваць заўтра. Прыём дакументаў на бюджэтную форму навучання працягнецца да 17 ліпеня. Нагадаем, згодна з новымі правіламі, сертыфікаты аб здачы цэнтралізаванага тэсціравання будуць сапраўдныя 2 гады. Таму і забраць іх можна на працягу гэтага перыяду. Дарэчы, рэйтынг папулярных прафесій, якія выбіраюць абітурыенты, за апошнія некалькі гадоў істотна змяніўся. Мода, что называется, немножко поменялось. От экономических и специальностей мы вот уходим в специальности программистские, если так можно сказать. Естественно, и вузы, скажем так, почувствовали конъюнктуру рынка, открывают новые специальности или преобразовывают старые, в общем-то, чтобы они могли давать специальность, связанную с IT-технологиями. Пастаянна дзеючыя школьныя кірмашы пачнуць працаваць у Гомельскай вобласці з 15 ліпеня. Шырокі асартымент тавараў да новага навучальнага года прапануюць таксама куткі школьніка, якія будуць аформлены ў больш чым 900 аб'ектах гандлю па ўсёй вобласці. А з 5 жніўня пачнуць працаваць школьныя кірмашы выхаднога дня з удзелам прамысловых прадпрыемстваў і гандлёвых арганізацый. Усяго ў гэтым сезоне запланавана каля 200 кірмашовых мерапрыемстваў. У галоўным управленні гандлю і паслуг аблвы выканкама падлічылі і прыкладны кошт экіпіроўкі школьнікаў. Так, поўны камплект, які ўключае адзенне і абутак для школы і заняткаў спортам, канцелярскія тавары для хлопчыкаў малодшага школьнага ўзросту абыдзецца ў суму ад 176 беларускіх рублёў, для дзяўчынак ад 206. Для вучняў старшых класаў мінімальны кошт складзе 233 і 267 рублёў адпаведна. Сёння адзначаецца бадай самае салодкае свята – сусветны дзень шакалада. Гэтай тэме будзе прысвечаны наступны выпуск інтэрактыўнай праграмы «Добры вечар, Гомель». Свята гэтае даволі маладое, яно з'явілася ў 1995 годзе. Ініцыятарамі правядзення шакаладнага дня сталі французы. Пры гэтым сёння шакалад – гэта не толькі салодкі ласунак, ён з поспехам выкарыстоўваецца ў касметалогіі. Так, ці шкодзіць шакалад стройнай фігуры, ці наадварот дапамагае яе захоўваць? Долучайтеся до размовы у студии прамога эфиру. Номер телефона 37519. Глядите «Добрый вечер, Гомель» у 20.40 на телеканале «Беларусь-4». И апошнее поведомление. Нагадаем, что на сегодня у регионе объявлено штормовое попереджение. Максимальная температура по ветру у день складе до плюс 29-34. На большей частой территории прогнозуется навальницы. Местами моцные ливни и град. У особных районах максима шквалистое узмацнение ветру порывами до 15-20 метров за секунду. Гэтыя і іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvrgomel.by. Далей у эфіры спартыўны агляд. З навінамі спорту вас пазнаёміць Максім Савін.